Лариса Мирошниченко, прохожу самостоятельно вашу школу. Первую ступень, снится сон, безграничный синий океан. И меня пригласили научиться плавать. А мне страшно, это как-то связано? Когда снится океан, это говорит о том, что у вас океан — это жизнь человека. Когда снится океан, это говорит о том, что вам дают новую жизнь. Если вы собираетесь плавать и вас обучают плавать, то вас обучают видеть жизнь и ощущать эту жизнь. Если вы во сне плаваете, то к вам придут идеи, как жить так, чтобы жизнь свою чувствовать. Любовь Дроздовп. Я около 2 лет являюсь ученицей. Какие бы практики я ни делала, результат мгновенный. Спасибо. И по кодам работаю, и по ступеням. И у меня вопрос, допустим, лечить от алкоголя нужно брать деньги. А как я узнаю на первых порах, получится или нет помочь человеку? Как нужно правильно начать работать? Я хочу вас разочаровать. Даже в случае, если вы закончили сейчас ступени свои, даже 7 ступеней, и уже прошло там 3-4 года, я могу сказать, что силы такой, которая может помочь вам так повлиять на другого человека, чтобы он бросил пить, у вас, к сожалению, еще нет. Почему я это говорю? Вам для того, чтобы помочь такому человеку бросить его желание, необходимо определенное знание, которое я даю на 7 ступени или при личной встрече, передаю как знание савитура. И вот этот савитур, который я передаю, это та энергия, которая дистанционно может помочь другому человеку бросить пить. Поэтому можно изменить судьбу, чтобы человек бросил пить. А впрочем, от меня рекомендации. Если вы очень сильно хотите выпить алкоголь, то моя рекомендация такая. Ставьте перед собой или прикладывайте к своей груди стаканчик, в котором находится водичка, и звоните в колокольчик. Говорю это серьезно. Также для того, чтобы человек пьющий не хотел пить, ставьте под кровать этому человеку тазик с чистой водой. Также обязательно представляйте на протяжении дня человека пьющего, как будто он находится в шаре, который наполнен чистой синей водой. Также представляйте, будто в центре груди у него есть синий аквариум, в котором не плавают рыбки, а просто синий аквариум. В случае, если это делать и представлять это обычному человеку на протяжении дня, самому себе или окружающим людям, то человек может гипотетически бросить принимать алкоголь только в случае, если у вас есть достаточное количество психической энергии. Можно ли все-таки избежать негативных последствий при прохождении обучения и прохождении практик, обрядов или хотя бы облегчить обратку? В случае, если вы становитесь на путь доброты, в случае, если вы становитесь на путь человека, который служит добрым богам, в случае, если вы хотите, чтобы не было никогда обраток, выполняйте вот такую практику. Складывайте каждый день ручки, вот так, как я показываю, и произносите себе слова. Я добрый, добрый человек. Я служу доброму, доброму Богу. Я добрый, добрый человек. Делайте это утром и вечером. Тогда никаких обраток в вашей жизни, ни от каких практик не будет никогда.